Центральна виборча комісія Молдови завершила підрахунок голосів на виборах президента. Чинна очільниця держави Майя Сандо набрала 55% за її суперника Олександра Стоянгола. Проголосували 44% виборців. Давайте нагадаємо, Стоянгола обіцяв зберегти тісні зв'язки із Кремлем. Натомість ця перемога підкріплює спрагнення Сандо щодо вступу Молдови до Європейського Союзу до кінця цього десятиліття. І є доволі знаковою на тлі зусиль кремлівського диктатора Путіна, спрямованих на те, аби спинити зближення країни із Заходом. Почуємо. Молдова, ви зробили крок у майбутнє. Я вдячна кожному з вас, хто прийшов на вибори. Я почула вас голос і тих, хто підтримав мене, і тих, хто проголосував за пана Стояногло. Я зобов'язуюсь бути президентом для всіх вас. Найгірше, що відбувається під час виборів, це коли поступово рахуються голоси. І ти ввечері заходиш, читаєш новини і бачиш, що обличчя змінюється, що опонент Майї Санду виграє. І я кажу, цього не може бути. Не може бути інший президент. Потім проходить ще година, ще дві години, і ти потім дізнаєшся, та не твій президент, та не твоя країна, але ти дуже радієш за цей вибір. Отже, наслідки. Давайте обговоримо з нашим гостем, молдовським істориком і політологом. З нами на прямому зв'язку Олексій Долбуре. Пане Олексію, вас вітаю. Дякуємо, що ви з нами. Доброго здоров'я, Олексію. Добрий день, привітаю вас. Та. Пане Олексію, ми були вчора свідки під час підрахунку голосів, що це була, направду, запекла боротьба, та? І нелегко було і Майї Санду. Як ви пояснюєте, що отак розподілилися голоси? Все ж таки і за опонента Майї Санду віддало своїх голосів чимало виборців? Да, исход второго тура выборов был неясен, в отличие от ожиданий от первого тура, когда, в общем, большинство считало, что Майя Санду сразу же победит и легко дастся победа. Значит, первый тур и референдум стали своеобразным холодным душем для власти, потому что вдруг выяснилось, что у молдаван, даже проевропейски настроенных, есть недовольство, есть накопленные обиды за период правления ПАС и Майи Санду. И вот они, эти обиды, вылились в такое протестное голосование. Это было видно и по результатам референдума 50-50, когда ожидали, что свыше 60% проголосуют за евроинтеграцию. Ну и у Майи Санду было 42%, ожидали больше. Поэтому ожидания были тревожные, но степень мобилизации электората проевропейского была образцовой, очень высокой. Почему? С моей точки зрения это произошло. Потому что проевропейцы в Молдове, по всей вероятности, решили для себя, что урок, который они преподнесли власти на первом туре, достаточен. И дальше играться, значит, недовольство смысла нет, потому что мы можем потерять страну, а мы должны продолжать европейскую интеграцию. Во-первых. Во-вторых, степень вмешательства Российской Федерации в выборы была настолько велика, что ставки были настолько велики, что для молдаван это стало и вопросом чести, но и вопросом экзистенциальным сопротивляться и выдержать вот это давление, противостоять ему со стороны Кремля. И нам это удалось. Поэтому я думаю, что да, на определенном этапе казалось, что борьба будет очень такой жесткой, и непонятно будет до конца, кто выиграл, но, в общем, с момента, как стали поступать голоса из диаспоры, из-за рубежа, стало понятным, это уже за полночь страх. Пане Олексію, а наскільки ми розуміємо, Російська Федерація, яка, власне, і займалася вкидом, підвозом, кампанією проти Майї Санду і взагалі європейського вибору Молдови, вони ж явно не відступлять. Там вчора для них став такий чорний день, вони не змогли перемогти, але ж вони теж певною мірою в цьому мають свій досвід. Попереду у вас будуть ще й парламентські вибори. То як тут готуватись для того, щоб, скажімо так, парламент не став на налаштований проти чи антипрезидентський. Це ж теж важливий певний баланс.
Ну да, конечно, это возможная ситуация. Не мы первые. Это известная такая ситуация конкубинажа политического сожительства. Мы бы хотели этого избежать. Шор, который является главным партнером Кремля в Молдове, автор вот этой знаменитой пресловутой преступной сети по прямому подкупу избирателей в Молдове. Вот эти технологии, которые были применены в день выборов, невиданные. На самолетах молдаван перевозили по всей Европе, по автобусами, чтобы они проголосовали. Все это будет продолжаться. Это совершенно очевидно. И главная ставка на выборы парламентские, потому что Молдова – парламентская республика, правительство – главный политический игрок. Что мы будем делать? Ну, несколько вещей обязательно, это, с моей точки зрения, это признать ошибки, начинать их исправлять. А ошибки – это реформа юстиции провалилась, надо тут что-то делать. В борьбе с коррупцией, то, что обещали 4 года, так сказать, добиться чего-то. Тут надо какие-то результаты показать. Последующие 8 месяцев. И, конечно, укреплять способность Молдовы защищаться от такого рода атак гибридных. Полиция более-менее нормально работает. В эту работу по вскрытию этих атак и, значит, махинаций, за которыми стоит Кремль, должны подключаться и прокуроры более активно, и другие структуры государства. Все в руках Майи Санду. Она, в общем, открыто заявила и между выборами, и сразу после переизбрания, что она признает, что были определенные ошибки. Она всех услышала. Она будет президентом и всех молдаван и так далее. Грядут перемены. Наверное, будут изменения в правительстве какие-то, потому что правительство до уровня президента не дотягивает. Майя Санду хорошо выполняла свои обязанности, свой долг президентский в период мандата. Ее команда, ну, не совсем дотягивала. Она, команда тянет ее вниз. Поэтому тут какие-то меры будут приняты. Ну и самое главное, последний мой пункт, она должна работать целенаправленно по объединению общества. Должны быть предприняты усилия по консолидации населения Республики Молдова. Это население должно превратиться в нацию, в нечто единое, способное на решение фундаментальных задач, которые перед нами стоят. Задачи очень сложные. Должны трансформировать страну, превратить ее в европейскую державу. И это касается всех отраслей и областей нашей жизни. Поэтому, конечно, за 8 месяцев этого сделать не удастся, но надо начинать двигаться в этом направлении. В противном случае будет очень сложно сохранить европейский путь. Нас, в общем, молдаван не интересует судьба партии каких-то или отдельных политиков. Нас интересует продолжение курса. И для этого, конечно, нужны усилия приложить. Мы избрали парламент, а впоследствии правительство, которое этот курс будет продолжать. Пане Олексію, у нас кілька хвилин максимум залишається для діалогу сьогодні. Хочеться, знаєте, про що вас запитати? Які аргументи від пана Стоянгола та від політичної сили, який симпатизує електорат і 44%, та, як показують екзит-поли. Які аргументи стали визначальними, які технології повпливали на вибір людей, чи це просто щиросердний ідейний вибір? Ну, Стоянгол був не дуже убедительним, я тут нічого такого інтересного не розкажу, він проіграв дебати. В публичных выступлениях, в том числе в интервью различным журналистам, он наговорил настолько, что, в общем, еще не став президентом, все его записали в прокремлевский кандидат, хотя он сам себя называет проевропейским. Допустил поездку в Москву, встречу с Путиным. Одним словом, ужас. Что касается технологий, ну вот это прямой подкуп избирателей через сеть Шора. Шор – это беглый преступник молдавский, осужденный за мошенничество. Он при помощи Кремля создал сеть. 130 тысяч человек, по некоторым оценкам, по другим – больше. Которым каждому передавали деньги. Эти люди в дальнейшем передавали напрямую избирателям.
предупреждая их, что в ночь перед выборами вы получите смс-ку, где будет имя кандидата, за которого голосовать. Стояногло открещивается от этого, но в общем Шорб напрямую призвал людей голосовать за Стояногло во втором туре. Какие другие технологии? Целый день вчера с левого берега Днестра, с Приднестровья, которого мы не контролируем, нескончаемая верница машин, автобусов, рейсовых, людей перевозили на правый берег, где для них специально были организованы нашим правительством. Мы так всегда делаем. Участки для голосования. Они, граждане Молдовы, могли в этом участвовать. Были вот эти вот перевоз молдаван самолетами. В том числе в Истамбул молдаван привозили, пересаживали автобусы через Болгарию, Румынию, привозили в Молдову, и они голосовали на своих участках, где зарегистрировали. То есть усилия неимоверные, потому что Кремль хочет не военным путем, значит, получить контроль над Молдовой. Но поэтому особый предмет гордости и радости для нас, чтобы, несмотря на все это, мы смогли выстоять. Но, я повторяю, Стояногло от всего этого открещивается. Объективно все это в его пользу, но он говорит, что он к этому не имеет отношения. Вот такая ситуация. Спасибо вам велике за те, что вы знайшли час розтлумачити нам події з Молдови. Молдовський історик і політолог Олексій Толбура був з нами на живому зв'язку.